В Лапаевске продолжается строительство храма в честь святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Церковь возводят на территории Свято-Елизаветинского монастыря рядом с напольной школой, где провела свои последние месяцы жизни великая княгиня. Летом эта стройка практически полностью остановилась. Денег не хватало, а нужно было, говоря профессиональным языком, закрыть храм. То есть выстроить стены и потолок, а также пустить подогрев в подвал. Чтобы не пришлось весной ломать построенное, открыли срочный сбор средств. Но вот нам необходимо помочь, потому что средств не хватает. Женский монастырь, в общем-то, достаточно скромно живет. Мы сами себе во всем отказываем, а то песок вот сейчас привезут, надо дать 26 тысяч, то еще что-то. Вот. Постоянно, это же грандиозный проект. Строить в уральские зимние морозы будет сложно, поэтому храм должен быть законсервирован. И начать этот процесс надо с кровли. Сегодня в первую очередь нужно закупить и доставить на строительную площадку комплект металлопроката для монтажа куполов, а потом организовать отопление цокольной части. И я уже чувствую помощь. И кто-то предлагает доски, кто-то предлагает там вот для строительства фанеру. И это меня очень трогает. А лапаевцы совершенно замечательные. И от всех наших дарителей, всех благодетелей будем читать и читаем круглосуточно псалтирь о здравии. Более подробную информацию о том, как помочь в постройке храма, можно найти на сайте, адрес которого вы видите на экране.